Дважды в год в период весеннего и осеннего призыва в Заинске проходит День призывника. На мероприятие приглашаются те, кому уже сейчас идти в армию, те, кто до армии пока не дорос, и родители, чтобы спокойно отправлять своих мальчишек в армию. Постоянной площадкой для этого мероприятия теперь стал Заинский политехнический колледж. Уже на входе в зал есть возможность почувствовать, что такое настоящая военная служба. Сейчас приняли решение провести в основном на базе Заинского политехнического колледжа, потому что основной состав призывников у нас приходится именно с этого колледжа. Ну, по всем вопросам работаем с колледжем, ну, и у нас водители отсюда, и остальное пополнение. Этой осенью в армию Заинска отправятся 54 призывника. Первая отправка прошла уже сегодня. Подавляющее большинство из ребят хорошо подготовленные. Для этого в Заинске созданы все условия. Это и работа военно-патриотических клубов, различных движений, спортивные секции, где ребят готовят к настоящей службе. В настоящее время мы ведем работу движения «Юнармия» с 2016 года. В рядах «Юнармии» Заинского района на сегодняшний день числится 584 ученика. Охвачены все школы и наш колледж. Готовим по программе военно-патриотические работы, военно-прикладные виды спорта. Это разборка-сборка автомата, стрельбы с пневматического оружия, участие в играх «Зорница», «Вперед, юнармейцы». Наши ребята всегда участвуют в республиканских и зональных соревнованиях и занимают высокие места. Со сцены актового зала участников мероприятия приветствовали от имени руководства района. Сегодня в нашей армии созданы действительно хорошие условия для того, чтобы пройти воинскую службу. Я желаю всем призывникам, так как вы идете нашими заинцами, желаю защищать нашу родину, желаю всегда быть в боевом духе, желаю вам хорошего настроения, здоровья при службе. На память о дне призывника будущим солдатам подарили символические подарки, интересные встречи, концерты, показательные выступления. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.